Самойлову и Джигана захейтили. Подписчики считают, что они неправильно воспитывают свою старшую дочь. Их дочь не имеет парня и вообще не хочет отношений. Она вся в учебе и говорит, что саморазвитие в первую очередь. Я у нее спрашиваю, говорю, а у вас в классе кто-нибудь с кем-нибудь встречается? Там, ну, девочки с мальчиками, мальчики с девочками. Она говорит, мол, ты что, нет. И как ты сказала? Ну, сначала надо друзей, типа, заводить, саморазвитием заниматься, там, такая тема. Она говорит, сначала надо друзей заводить, потом саморазвитием заниматься. Какие встречания? А вы как считаете, что лучше сначала, отношения с парнем или учеба?